Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим тортик «Карамельная девочка». Сто грамм растопленного сливочного масла, охлажденного, два яйца, одна банка сгущенного молока вареного. И добавляю сюда 160 грамм муки и 15 грамм разрыхлителя рассеянного. Вот такое у меня получилось тесто. Теперь я его перекладываю для удобства в кондитерский мешок. Пергамент у меня с силиконизированным покрытием, поэтому я его ничем не смазываю. Но лучше, если у вас обычный, его смазать. И под низ я положила коврик с диаметрами и буду выкладывать тесто. Я когда выкладывала тесто в мешок, смазала мешок растительным маслом, чтобы удобнее было выкладывать. И выкладываю. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов. Отправляю в разогретую, как я уже говорила, духовку до 180 градусов на 8-10 минут. Для крема мне понадобится 200 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю сначала на небольших оборотах миксера, а затем на максимальных. Вот масса должна побелеть и немного увеличиться в объеме. Теперь сюда добавляю 150 грамм сметаны. Все продукты должны быть комнатной температуры. И также взбиваю сначала на небольших оборотах, а потом на максимальных. Сюда добавляю постепенно вареное сгущенное молоко. И также буду взбивать. Вот такой в итоге у меня получился крем. Такие у меня получились коржики, я вырезала крышкой и получился в диаметре 20 сантиметров. Под низ я подкладываю пергамент. Выкладываю немного крема и первый корж. Устанавливаю кольцо. Хорошо прижимаю. И вверх немного придавливаю. И отправляю в холодильник. Тортик у меня постоял час в холодильнике. И покрываю бока и верх тортика кремом. Посыпаю крошкой. Ну вот и все. Тортик готов. Убираю бумагу.